Всем приветики. Вы уже, наверное, забыли про мою гусеницу, но она живет у меня еще. Я уже даже начал было сомневаться, думал, может быть, она там умерла, она как-то вон сморщилась. Но она живая. Сегодня я открыл, именно сегодня, я думал, долго не открывал. Именно сегодня открыл и подумал, может быть, она уже все, типа, умерла. И вдруг она зашевелилась. Я такой, что? Она была вот с того конца, но она зашевелилась и переползла в этот конец. То есть она живая. Я так понимаю, она сейчас в спячке, летом, наверное, проснется. Так что у нее дела хорошо. Она живая. Но как она, за счет чего она живет? Блин, я не знаю. Спячка, наверное, ей, наверное, не надо не питаться ничего. Надеюсь, проснется к лету, когда уже будет там травка, листики. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.